Сегодня приглашаем к экрану мамочек. Учимся решать большие проблемы малыми средствами. Итак, если у вас неожиданно закончились памперсы и ребенок не может уснуть, сделайте памперс сами. Возьмите обычный пакет майку, обрежьте края ручек, раскройте и в середину положите сложенное в несколько раз маленькое полотенце. Может, конечно, эта идея покажется кому-то и смешной, но она реально спасет вас и вашего малыша в трудной ситуации. Тот же полиэтиленовый пакет может стать вашим помощником, когда ребенок решил порисовать. Срежьте у пакета дно и превратите его в нагрудник, который защитит одежду вашего малыша от ярких красок. Как приучить ребенка правильно надевать обувь? Легче простого. Возьмите любую наклейку, разрежьте ее пополам и наклейте на стельку вот таким образом. Теперь ваш ребенок будет знать, где правая туфля, а где левая. Ну и еще одна интересная идея, как приучить ребенка к режиму. Разрисуйте настенные часы с белым циферблатом и расскажите ребенку, что когда стрелочка на желтом, это время играть, когда на голубом, пора кушать, а когда стрелочки убежали на красное, значит пора умываться и готовиться ко сну. И помните, дети – это счастье. Чем организованнее его быт, тем больше свободного времени у вас.